Добрый день, у нас поступление бижутерии, это Ozzy Stories, H&M, Natural, ну то есть это на самом деле бренд, это не подделка, минималистичные браслеты с рыбкой. Кстати, очень качественный металл и сама по себе бижутерия очень качественная, посмотрите. Она вся упакована в мешочках, вот в таких вот, просто мы их сняли для того, чтобы вы могли лучше видеть состав этой бижутерии. Вот это бижутерия пластик, вот это пластик с металлом, металл, вся с этикетками. Вот давайте разберемся, сколько, например, стоит это колечко. Если брать евро, 25 евро. 25 евро такое колечко стоило в рознице. У нас оно стоит, конечно, намного дешевле. Вы можете посмотреть цену в ссылке под описанием к этому видео. Бижутерия оверсайз, сейчас это в моде, и вообще H&M, конечно, он в плане моды, он впереди планеты всей, тем более сейчас он ушел с рынка России, печатка, потом посмотрите, какая цепь из 90-х, серьги, миленькая повязка на голову с резинкой. Я бы не сказала, что здесь много повторов. Здесь их как раз-таки немного. Серьги. Вот такая цепочка. Ее можно носить и вот так, и вот так. По-разному. Есть резиночки для волос. Вот еще здесь третий набор. И это вот один набор, то есть четвертый. Но они все с металлическими бляшками. И, соответственно, они более смотрятся стильно и дорого на волосах, чем обыкновенные. Браслетик. Цепочка, это, смотрите, она переходит в тонкую. Также здесь есть брелки для сумок. Вот такой брелок, сразу же с ремешочком. Силиконовые браслеты. Тоже брелок. Металл. Причем качественный. Получается, что в этом лоте вот здесь повторы, но они, видите, в разных цветах. То есть может кто-то даже и набором купить. И больше, вот два колечка, они, видимо, одинаковых, но по факту разные. Существуют также и наборы, ну то есть вещи, которые могут биться в наборы. Например, вот такое колечко. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.